Так, куда мы едем? Так, это мы в Венеции. Так, про между прочим. Вот. Куда заехали, тут трудно представить. У меня карты нет. Я буду говорить по-русски, потому что и англоязычные, они чаще здесь бывают, им это неинтересно, там куча видео. Вот, так что для моих приятелей и друзей русскоязычных, вот вам видео. Как я здесь оказался, вообще я случайно. То есть соревнования по Dragon Boat, они... Как тут перевернуть? Они в Равене, ну, это 100 километров, поэтому я решил сюда заехать. Ну, это еще не дешево. Вот, ресторанчики, вот канал. Видео also. Oh, wait. Видео. Give the wave. I got it. Окей. Тут надо быть вообще виртуозом на лодке, чтобы так вот рулить, чтобы никого не задеть, скорость надо соблюдать. Вот. Это мы сейчас едем на остров. Мы еще из города не выехали. Так, Моника, Лиен, Эд, Элизабет. Are you videoing? Videoing and commenting in Russian, of course. In Russian language. So it will be a lot of Russian audience will be there. Ну, это тупик, вот пожалуйста. Ну, вот, где повор, куда идти? Вправо, налево, не знаю. На байдарке не развернешься, а тут и катером. Еще виртуозик. Оп, повернули. Так, ширина канала, ну я не знаю, ну метров, наверное, 5. Это водила. Здесь в наушниках. Так, ну, трудно содержать таких. Ай, окей, туристы, я не знаю, откуда они. Вот откуда. О, опять повернулись. Так, я сейчас прекращаю, наверное, потому что я тут все видео использую. Все интересно. Не хочется прекращать. Короче, мы взяли такси до острова одного. Оказалось, что до этого острова такси бесплатное. То есть, ты учишься. О, сушат белье. Пожалуйста. Балдеем. Так, сейчас выезжаем из этого канала, заливчик, ну там уже не интересно, правильно? Поэтому, о, какая-то гондола тут грузится, интересно, да? Все, гондола, тут тренируются, видимо, эти гондолисты, или кто-нибудь, что вам называется? Вот. Ну все, ребята, на остров будет подъезжать, к острову я подъеду. Так, ну, на всякий случай, кто это снимает, наверное, догадывается, да? Это я. Чтобы не сомневались, что я тут в Венеции нахожусь, да? Ну пока. Так, пока, девчата, туристы, ну пока. Оп, что это такое, непонятно, ладно.